отперли дверь. Я говорю, заходите. Кто бы она мог подумать? Здорово. Я говорю, заходите, открытые два господина в каске зашли. Быстренько одевайтесь, берите документы. А я говорю, какие документы? Я говорю, куда идти-то? Он говорит, дом не бомба. А я говорю, я кофе собрала и побежала. Я даже документы не взяла, мне главное куртку вытащить и все.